Мираль Акай – известная турецкая писательница и сценаристка, которая столкнулась с немалыми сложностями при написании сценария для популярного турецкого сериала «Великолепный век». В своих интервью она рассказала о том, как эта работа повлияла на ее здоровье и привела ее к развитию рака. Сценарий для «Великолепного века» был одним из самых амбициозных проектов, с которыми Мираль Акай столкнулась. Она должна была создать увлекательную историю, основанную на реальных событиях, происходящих в Османской империи. Однако работа над этим проектом оказалась чрезвычайно трудной и напряженной. Одной из основных сложностей было необходимо соответствие исторической точности, при этом сохраняя интерес и привлекательность для зрителей. Мираль Акай столкнулась с постоянным давлением со стороны продюсеров и режиссеров, которые требовали изменений и добавлений в сценарий. Это создавало постоянный стресс и неуверенность в своих способностях. Кроме того, работа над сценарием требовала огромного количества времени и энергии. Мираль Акай признается, что она не могла позволить себе отдохнуть и регулярно перерабатывала. Это привело к хронической усталости и нарушению сна. Страстная преданность своей работе привела к тому, что она не обращала должного внимания на свое физическое и эмоциональное здоровье. Мираль Акай утверждает, что именно из-за напряженной работы над сценарием «Великолепного века» она заболела раком. Она считает, что постоянный стресс и давление на ее организм привели к ослаблению иммунной системы и возникновению опухоли. Она также отмечает, что ее заболевание было частично вызвано неправильным образом жизни, которые она привыкла вести во время работы над сериалом. Мираль Акай продолжала писать и работать над другими проектами, однако она признает, что извлекла урок из своего опыта. Она старается более балансировать свою жизнь и уделять большое внимание своему здоровью. Она также активно пропагандирует здоровый образ жизни и стремится поделиться своим опытом с другими людьми. В конечном счете сложности, с которыми столкнулась Мираль Акай при написании сценария для «Великолепного века», а также ее болезни раком, является наглядным примером того, как работа в индустрии развлечений может повлиять на физическое и эмоциональное здоровье человека. Это напоминает нам о важности баланса в жизни и заботе о самом себе. К сожалению, женщина скончалась 9 апреля 2012 года в возрасте 52 лет. Она не смогла побороть рак. Вечная память нашей любимой Мираль.